Борьбу с боевиками ИГИЛ и угрозу срыва минских договоренностей по телефону обсудили Сергей Лавров и Джон Керри. Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Глава российского МИД призвал Вашингтон отказаться от предварительных условий по созданию единого фронта противодействия террористам в Сирии. Стороны также коснулись политического решения кризиса в этой стране. Кроме того, Лавров обратился с просьбой к госсекретарю США повлиять на Киев, чтобы тот строго придерживался плана по мирному урегулированию в Донбассе. В качестве примера он привел недавний обстрел с Украины позиций наблюдателей ОБСЕ и съемочной группы ВГТРК. Что касается антироссийских санкций, министр иностранных дел подчеркнул бесперспективность давления на Москву. Также Лавров и Керри обсудили реализацию иранской ядерной программы.